Тем временем горноспасатели и промышленные альпинисты продолжают в круглосуточном режиме операцию по поиску 8 горняков на руднике. Ход ведения аварийно-спасательных работ корректируется в зависимости от степени риска. Везде, где был доступ, спасатели смогли проникнуть через завалы под водой на 368, 340, 327, 310 отметках. Но шахтеров там обнаружить не удалось. Одновременно надзорные органы проводят проверки и расследования причин произошедшего. Тему продолжит Туяра Филиппова. Накануне следователи Следственного управления Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье 216, часть 1 «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ». В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователям продолжается осмотр места происшествия. Опрошены 94 работника предприятия, которые непосредственно в день происшествия производили работы на карьере. Назначены судебно-медицинские освидетельствования пострадавших. На предприятии изъяты документы, связанные с проведением подземных работ, в том числе должностные инструкции всех работников. Ростехнадзор также приступил к расследованию аварии на руднике «Мир». Ростехнадзор создал комиссию для технического расследования причин произошедшей аварии. В ее состав вошли высококвалифицированные руководители, специалисты ведомства и «Алроса». К работе будут привлекаться соответствующие специалисты из экспертных организаций, научно-исследовательских и проектных институтов. Срок проведения расследования причин произошедшей аварии составляет 30 дней. При необходимости работа комиссии будет продлена в соответствии с установленными требованиями. Между тем, глава «Алроса» Сергей Иванов заявил, что авария на руднике на производственных показателях компании сильно не отразится. На это надеются и в Якутии. Ведь треть доходов бюджета республики составляют отчисления от «Алроса». Во второй половине августа месяца должно быть случиться наблюдательный совет, в котором будут уточняться вот производственные показатели. Конечно, хочется верить, чтобы эти показатели, ну, если уменьшатся, то не намного, а в основном, конечно, бы не уменьшились, а были перераспределены между другими коками, в которых, ну, в принципе, наверное, можно добыть дополнительный алмаз. Рудник «Мир» обеспечивает примерно 11% добычи «Алроса». А, надо сказать, что производство, это показатели у нее как раз растут. За это полугодие на 14% росла добыча. И, судя по всему, и продажи вырастут. И даже несмотря на некоторые сокращения добычи в связи с этой аварией, запасов уже, так сказать, добытого позволит, так сказать, не сокращать продажи. Вот. То есть в производственной части, как бы, сомнений-то особенных нет. Если котировки алмазной компании на московской бирже на новостях об аварии опускались на 3,5% до 81 рубля 2 копеек, то уже сегодня к 11 часам утра по московскому времени акции возвращаются к прежним показателям и торгуются на уровне почти 83 рублей. Туяра Филиппова, Максим Ростовцев, НВК Саха, Якутск.